столице Туниса позаботились о том, чтобы в праздники подарить радость сотням детей-сирот. Здесь проходит благотворительный рождественский базар. У нас зародилась такая идея – подарить детям счастье и самим стать счастливыми. Здесь проходит выставка ремесел, в праздничной обстановке продаются книги и шоколад. Мы украсили елку, роль которой играет оливковое дерево. Гости ярмарки покупают игрушки ручной работы и другие изделия и оставляют их под елкой. Все эти подарки передадут детям-сиротам, а вырученные деньги также пойдут на благотворительность. Нам хочется по случаю празднования конца года подарить им частичку мечты. Во время праздничного базара также прошли творческие мастер-классы для юных гостей. В Тунисе созданы 4 детские деревни СОС. В них заботятся о 1000 сирот.